вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. 13 раз боевики обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции за последние сутки. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. Самая сложная ситуация на Луганском направлении. Там пророссийские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Из минометов 120-го калибра били по позициям военнослужащих в районе Луганского и Троицкого. Также накрыли огнем гранатометов опорные пункты возле Зайцевой и Новоалександровки. На Донецком направлении обстреляли позиции украинских защитников возле Новотроицкого. Россия – страна-агрессор на законодательном уровне. Закон об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях вступил в силу. Президент подписал его 20 февраля на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ дает возможность Украине подготовить юридические претензии к Кремлю за убытки от военного вторжения. Именно на России лежит моральная и материальная ответственность за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Временно оккупированные территории – это часть Украины, где вооруженные формирования России установили контроль. Документ дает предпосылки для ввода миротворческой миссии ООН на неподконтрольные Киеву районы Донбасса. В составе миссии не может быть представителей России и ее союзников. Украинским военно-морским силам передадут танзанийское судно «Sky Moon», конфискованное за посещение порта в аннексированном России Крыму, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Корабль правоохранители задержали в конце 2016 года на Дунае. В марте 2017 года райсуд Одессы конфисковал судно. Членов экипажа оштрафовали и запретили им на 3 года въезд в Украину. Товар, который перевозили на борту, распродадут в пользу государственного бюджета. 4 теракта в Афганистане. Погиб 31 человек. Смертник террористической группировки «Исламское государство» подорвал себя возле штаб-квартиры НАТО. Жертвами стали 3 человека. За 3 теракта ответственность на себя взяла террористическая организация «Талибан». В результате нападения боевиков на военную базу в провинции Фарах на западе Афганистана погибло 25 военных. 2 захвачены в плен, сообщили в местной полиции. Двойной теракт произошел в провинции Гельмент. Погибли 3 человека, 11 ранены. Там взорвались 2 заминированных автомобиля. По данным миссии ООН, в прошлом году в результате терактов и вооруженного противостояния в Афганистане погибло почти 3500 мирных жителей. Свыше 7000 человек были ранены. Немедленно остановить обстрелы в Восточной Гуте минимум на 30 дней, призывает Совбез ООН. Сегодня в 19:00 по киевскому времени состоится повторное голосование за соответствующую резолюцию. 2 днями ранее Россия заблокировала ее принятие. Накануне голосование не состоялось из-за несогласованности окончательного текста документа. В резолюции предлагалось остановить боевые действия на 30 дней для ввоза гуманитарной помощи ООН и эвакуации мирных жителей. Действия Кремля критиковал Госдеп США и МИД Германии. По данным сирийского центра мониторинга, в результате авиаударов сирийских правительственных сил при поддержке России за 6 дней в Восточной Гуте погибло 475 мирных жителей, более 1000 были ранены. Противостоять российской пропаганде и помогать раненым из Украины – это главные задачи общества украинской молодежи в Австрии. Его организовали в 2010 году выехавшие из Украины студенты. Они рассказывают правду о событиях в родной стране через классику Тараса Шевченко, чем провоцируют волну обсуждений в австрийских СМИ. Ольга Михалюк продолжит. Лидия Акришора 5 лет назад переехала в Вену, чтобы получить европейское образование. Присоединилась к обществу украинцев в Австрии и сразу стала одной из его лидеров. Общественную организацию создали 8 лет назад, чтобы помочь адаптироваться студентам, переехавшим учиться или работать. Когда в Украине начался Майдан, студенты решили противостоять российской пропаганде. Первое, что мы сделали, своего рода организовали Майданы здесь, такие же в Вене, в центре пикетирования и почти ночевку возле посольства украинского. Когда ситуация обострилась, конечно, мы поняли и увидели, что в Австрии
так как страна немножко консервативная, воспринимают более русскую пропаганду, поэтому мы организовали силы в информационном направлении, собирали также помощь тем, кто пострадал на Майдане, это денежная помощь, теплые вещи. Когда в Австрию на реабилитацию начали приезжать украинские бойцы из зоны АТО, волонтеры стали помогать местным врачам. Приехали первые 5 солдатов, я как сейчас помню, потому что им очень много помогали. Вообще это были уникальные люди, они были настолько веселые и жизнерадостные. Сергей и 4 Сашка, и мы сделали о них репортаж. И вышла обложка журнала «Бибер» с этими солдатами и с надписью «Данке Путин». В австрийских медиа потом это тоже такой ряд, волна была дискуссий. Прежде всего, молодежная организация – это центр знакомства с украинской культурой, говорит Лидия. Студенты создали театральную постановку по мотивам поэмы Тараса Шевченко. Ее увидели в Вене, Риме и Мюнхене. Мы решили сделать такую постановку, спектакль «Великий лёг», но вплести это к годовщине памяти Майдана. Как это все начиналось, к тому, что произошло в феврале 2014 года, как побили людей, как умерли люди на Майдане. Участники, волонтеры и аматоры. Не было профессиональных актеров, но мы очень пережили через себя. Участники молодежной организации проводят культурную дипломатию в сложные для Украины времена. Им удалось показать Украину как европейскую страну с богатой культурой и традициями. Ольга Михалюк, Антон Куница, UATV. Украину засыпают снегом. Дороги государственного значения расчищают около 1500 рабочих и 1000 машин спецтехники. Движение не затруднено. По словам синоптиков, в ближайшие сутки снегопады по всей территории Украины усилятся. Температура воздуха ночью опустится до минус 20 градусов, днем до минус 12. На западе страны высокий уровень лавинной опасности. На большей части территории Украины до 13-18 градусов мороза. Холоднее всего в Черниговской, Сумской областях, а также в Карпатах. Там до минус 21 градуса. Слабее морозы ожидаются на юге страны и в Закарпатье. Днем до 6-11 градусов мороза, ночью 8-13 ниже нуля. Уникальные фотографии Кобзарей, концертные афиши 1846 года из Государственного архива показали на выставке «Революция мифу» в Национальном музее имени Тараса Шевченко в Киеве. Также в экспозиции несколько кобз, бандур и лир. Цель выставки, по словам куратора, не только раскрыть образ народного певца, но и его изменения в исторической ретроспективе, показать современное кобзарство. Мы почали працювати, з'ясовувати деталі, можна чи не можна внести. Ми почали виясняти деталі, можна или нельзя внести кобзарство в список національного наследия ЮНЕСКО. Это долгая процедура, но есть критерии, по которым определенные объекты нематериального культурного наследия попадают в этот список. Одним из них является то, что это должна быть живая традиция. И это повлекло за собой новые поиски. Они вылились в формат этой выставки. Оперативная информация в режиме онлайн на наших страницах, в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV.